Всем привет, друзья, с вами Джесс, и сегодня мы с вами продолжаем дальше играть в Titanfall. Так, это у нас город ангелов, карта, кажется, так называется. Ну, карта не новая, конечно же, но, да, это, ну, это самые враги, из которых были. Вот, кстати, уже первые люди пошли, этот лежит что-то. Я тыщу просто, фига себе, как я там, мать его... Какие-то... Кто там был? Это бот? Это бот. Ладно. В принципе, немножко поиграл, подкачался, научился играть. Не скажу, что слишком шибко, но... Более-менее так могу побегать. Это мне там... Это я в машину уже все остальное стрелял. Ладно. Эй. Там флаг? Так. Вот здесь. Как знал. Да я его по карте видел, собственно. Ладно. Ой, блин. Не знаю, может сейчас выиграем. Сейчас получится у нас. Флаг убрал. Убить надо? Ты подожди. А что этот сатанёнок мой флаг понёс тогда с моей команды? Да, кстати, уже был реальный чел. Он за ним типа пошёл. Эй! Так... А, это свой вроде. Это... Блин, я вот в этих до сих пор путаюсь. Так ты свой? А, защищать надо, да, все. Ой, господи, оно все так быстро мелькает. Я сонный. Сейчас еще поздно так. Так, там уже титаны пошли. Вот наверх. Так, еще. Ну запрыгивай же ты, малыш. Оп. Так, нормалилось. Вот здесь вот кто-то стоял, не? Так, я тебе разве разрешал как бежать? Стоять. Да ёксель, моксель, да ядрить. Давай, запрыгивай, ну. Давай. Жахай, блин. И тело так покатилось смешно, ладно. Вот сюда тебя призову сейчас, наверное. Пока тут никого нет, хорошенько. Хорошо. Быстро, ныкаемся. Не знаю, я второго взял там по счету, не третьего, который у меня уже есть. Ну, блин, ладно. Цветочки растут. Это все не то. Это все не то. Мне нужны враги. Флаг опять отняли, блин. Кто там? Ага. Ну это обычная пехота. Ладно. Ну давай же. Так, вот еще один. Ни хрена себе. Да ты тут меня волной, пипец, распускаешь. А ну-ка на тебе, косяка, выкусика. А ну-ка, почему ты не хочешь принимать мои удары? Ну, короче, я умер. Где дела? Блин, у него пушка, видимо, круче была какая-то. Ладно, так, нас выкинуло с такой вот капсулы. Все столпились, типа, такие. Ладно, бежим, ребята. Давай-ка, сейчас помогу тебе. Хотя нет, я лучше на крышу пойду. Да вы со своими вот этими бомбами заколупали уже, честное слово. Так, давай-ка. Да хоть раз по стене как-то реально пробежаться, так эпично, чтобы высмотрелось это все дело. А то способность есть, а ей не пользуюсь. Нормально.
Еще дали. Так, ты что, мне в рукопашку хочешь работать? Вася, у тебя так не получится. Ох ты, вот соточку я отработал, как надо, чистенько, так знаете. Вот так вот. Так, сейчас перезарядимся быстренько. Жизни мало. Но у меня кто-то за... Да, оно, конечно, видно. А, у него авто... Хрень вот это есть. Ладно, пушка, кстати, вообще читерская практически. Можно и так сказать, она сразу наводится. И если чувак близко прибегает, то... Сразу трое-четверо, как я уже показывал в ролике. Там, хедшот они сразу раздают. А, так, чей-то титан. Можно забрать тебя? Это фак. Я был в уровне и... Да, я понял, я все. То есть был в этой капсуле, в которой, то есть он заспаунился. И мне нанес я здесь, конечно же... Ага, вот ты где. Иди сюда. Так. Охренеть, он меня даже, мать его, не заметил? Или что я сейчас только что сделал? Это, ладно. Черт побери. Так, вроде я помогаю ему. Самое главное, помочь этому чуваку сейчас мне. Блинские. Он сейчас сам сел в эту машину. А, половина времени. И мы проиграли, что ли? Ух ты, блин. Пошел, 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 давай, побежали, побежали. Так, захват флага, та же карта. Тут как по два боя на карте. То есть сначала мы защищаем, потом они защищают. Ну, в принципе, все поняли уже, все давно. Знают, все давно играют. Кому я рассказываю, а? А кто не играл, блядь, поиграйте, советую. Игрушка неплохая, такая, знаете, веселенькая. Мне понравилось, да и по требованиям она требовательная, но не так сильно. То есть тут все это дело оптимизировали нормально. Так, подогнали более-менее, еще вроде... Почему-то там бета было, или как всегда неправильно читаю на этот самый в самой игре. И самое там как типа бета, какая-то закрытая, что-то не понял. Или карты, или еще игру доделывают. Ну выглядит довольно-таки хорошо, классно так. Это я, может. Ну это все потому, что я, ребят, такой слоп. Так. Ах ты, блин, своими сраными гренами жди, давай, скотина. Ах ты, блин. Да ёксель моксель, вот это вот враги. Вот это вот враги, кстати, были уже. Да! Так. Ребят, чего вы тут стоите, а? Вам что, помочь? Вам что, нужно личное приглашение к каждому? Вот это нормально было, суточка. Вот сейчас ты отгребешь у меня, вот подгреб. Ну и меня, конечно, тоже потом. Нужно сразу кидать гренку, тактическую свою, вот эту вот. Потому что она реально такая тактическая. Да я в своего стал стрелять, из него каша красная пошла. Блин, забыл, что тут зажимать не надо кнопку. Да ё-моё, ешь ты сраную гренку. Мэн. Да! Сотку хоть заработал. На каком там я уровне? Он такой, а сколько у меня? 63 уже, 62, 63. Да где ты этот был, черт? Да, блин! У тебя пестоль читерский. Да, да, мать его, это этот гребаный ствол. Нет, ствол хороший, я претензий не иметь. Ствол хороший. Мы же закидали всех этой ерундой. Экс. Да идите вы нафиг.
Чувачка убил сзади меня. Ну, я видел, он там, ну, на двоих сразу, знаете, с двумя зайцами погонишься. Одного убьешь, а вслед за ним пойдешь. Как-то так. Хотя, может, я сейчас только что придумал пословицу какую-то, что ли? Ну, ладно. Вот уже стали кидать. Вот стали уже прям, прям пипец. Такая маленькая карта, а такой замес. Да ёксель, моксель. Ну что, кто тут у нас шалун, а? А? Не хочу, не хочу, блин. Да иди ты в пень, ядрить, надрить. С моими РПГшками. Чем он там меня шандарит? Так, давай! Ну, ёксель-моксель. Он тоже с щитом, как и я. А я не могу его бить, кстати. Блин, да, я забыл. Такой штуки у меня нет. Ну, мы вдвоем на него напали. Сейчас я... Да, ёксель, иди ж ты в пень, Вася. Да ты отстань, господи. Мы его сейчас должны уработать. Цель моя. Да? Да иди ты в пень, Вася. Вот это пипец там бомбануло, да как смачено. Ох, классно взорвалось. Захват. Давайте захватим быстренько. Да ты засранец сейчас... Да, вот это... Собственно... Ну, может его сейчас грохнут, я не знаю. Хотя я не донесу. Я-то чтоб донес. Серьезно. Я за тобой, чувак, если что, я прикрываю твою спину. От всяких там нехороших. Блин! Уже не прикрываю. Сейчас гренку сзади кину. Вот это нормально. А вот это нормально отработали. Они захватили все-таки. Вот засранец. Так, еще раз, ребята, давайте. Блинский. Мы отлично справляемся. АМС сейчас поможет только... Надо куда-то... Противник потерял наш флаг. Рядом наш флаг снова на базе. Внимание, титан будет готов через 3. Вражеский флаг захвачен. Давайте, мне очки есть. Тысяча. Так, я ж паркурщик, я мой. Давайте, на спину. Прям. Вы видели, да? И он меня там, короче, раздавил быстро. Какой там, блин. Гребаный черт. Я быстро запрыгнул на него. Есть. Давай, быстро искури его. Ух ты, мы сейчас тебя излечим. Ой, мы тебя сейчас подлатаем. Как надо, подлатаем. Ох. Да, ну, я хоть обойму разрядил на него. Это хоть мне порадовало, серьезно. Ай. Не говорите, ребят, что я нубить, не бежите. Я не играю в Титана. И просто я зашел, потому что как-то захотелось, не знаю, что-то новое, что-то как-то разнообразить. И всего лишь я не гонюсь за скиллом. Не показываю мастер-бой, мастер-класс какой-то. Просто играю, просто веселимся, сидим, не знаю. Ах ты, вот, блин. И он умер, да? Он так быстро пал. Звезда пал. Вот я сейчас могу, конечно, с этой пушечки в него сжахнуть. Давай, опаш. Ох ты, победа, вот нормально. 500-очка, нормально. Еще разок, давай, раз, полетело. Сейчас мы не дадим. Да, нормально все, сейчас перехватим как надо. Там 28 осталось, да? Да, блин, тут все закрыто, чертов ремонт, видимо. Сейчас быстренько сюда. Ага. Вот этот меня засранец уже видит. Агась. 10-й уровень, агась. Давай. Ух ты. Ух ты, ни хрена себе. Куда ж ты меня так подкинул-то, а? Так. Ты чё тут крысишь, а? От кемпера. Это свой.
Да ядрит! Так ты не свой! Какой же ты тогда? А чё, они улетели, не? Мы избили кого-то? Противник эвакуировался. Вот. Это весь бой был, так что... Ладно, ребят, на этом мы заканчиваем. Так что большое спасибо, что смотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Всем удачи, всем пока!